Перископ майки.орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово, друзья. Подождем других, чтобы пару человек собрали здесь. Как дела? Рассказывайте. Привет. Пару секунд подождем всех. Так, как дела? Так, ладно, уже нормально. Сегодня трек, ребята, как вы знаете, я уже сообщил. Жду, пока Макс сейчас все сделает, короче. Все в работе, все круто. Да, и дропнем сегодня, стопудово. Вот так вот. Меня попросили почаще выходить, короче, в сети онлайн. Как вы знаете, мой твиттер заблокировали. Так что теперь будем стараться, чтобы получить верификацию и все эту хуйню, короче. Так что я буду с вами почаще общаться. Я думаю, вы не против. Диме Бамбергу, короче, приятного аппетита. Видел только что, как он готовит на кухне. Так вот. Короче, я не знаю, сколько еще будет все длиться. Короче, я все отослал. Свое я сделал. Привет в Казахстан, в Петропавловск. Да, ребятки, вообще-то все планируем. Туры, альбомы, всю эту хуйню, короче. Все это говно, короче, вы же знаете. Мы же восстали. У нас недоделанные дела. За вас, ребята. За вас потяну 1-2 поезда, короче. Так, ну что, что вам рассказать? Привет, привет, привет. Привет, братва. Короче, сразу же заранее. Привет во все города России, во все города Казахстана, короче. И привет всей Российской Федерации и другим странам. Да, ребята, мерч будет. В Украине тоже концерты будут и все такое. Йо! Дортмунд! Брай, ich weiß nicht, Dortmund, kein Plan, muss ich mit meinem deutschen Manager reden, ja? О, будут фиты, ребята! Будут фиты! Вы охуеете! О, ребята, конечно же, блядь, забыл, забыл, natürlich, natürlich, schöne Grüße an meine ganzen Bras, Alter, an meine ganzen Leute in Deutschland, natürlich, Alter. Was bin ich denn für ein Arsch, Digga? Voll, voll schlecht erzogen. Йо, конечно же, привет в Польшу, Польска, всем моим братанам, 100%, конечно, и в Данию, везде, короче, привет, бля, всему миру, польский, подожди, 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 пердуляй до дому, курва, йо, wegen Konzert in Deutschland, ich glaube, es weniger. Веника, веника, Йонс. Хороший вопрос. С кем ждать фиты? Ладно. Первый, кто уже записал, это Дима Бамберг. Он будет на альбоме. Он уже скинул свой куплет. Виктор СД. И еще один участник. Сантихайпа. Реально выпрашивал у него. За май будет тоже на альбоме, ребята. Majestic будет на альбоме. Еще Lobus будет на альбоме. Там много чего будет. Я же сейчас хочу заебать вас всех. Мне Артем много денег запросил.
миллион евро. Сниппет, не знаю, я думал, сниппеты больше не в моде. Тем более, сейчас же какие-то уебки выставляют демки, так что нахуй сниппет. Можете послушать сраные демки и все. Какие треки будут, ребята? Только хардкор, ебаный. Только хардкор. Только музыка с яйцами. О, братан. Братан Алекс Вагнер на тоже. Эй, was geht, Digga? Schöne Grüße nach Bremen. Ne, Digga. Алекс, ich bin nicht im Studio. Ich bin in Italien. In Italien bin ich. Bei meinem Kollegen. У меня сегодня, диджей охуенный. Что за трек на фоне? Это Берил. Берил? Это Берил, ребята, на фоне. Ну что там, ребята, там еще никто ничего не выставил. Че там, Макс? Макс, короче, работай, давай. О, верну. 2007, верну, стопудово. Все хорошо, ребята, все хорошо. Ребята, я с Артемом не в ссоре, но мы не общаемся. Как-то так получилось. Что я могу еще сказать на эту тему? Бывает. Ребята, я всегда на работе. Да, клипы будут, ребята. Да, ребята, есть дата релиза. Скоро. О, хороший вопрос. Да, Дранкен, кстати, скинул мне, написал мне вчера и скинет мне охуенный бит в стиле Дранкен. И я возьму его на релиз. Так будет называться трек. Мое отношение к лейблам. У меня же свой лейбл, ребята. У меня Дурдом. Дурдом — это мой лейбл, короче, и мой дом. Кто-то спрашивает, battle rap будет? Не, Эмо Клауд будет. Ладно, как я отношусь к украинцам, как и ко всем людям в этом мире или на этой планете, как к людям. Для меня такого понятия нету, понимаешь? Ладно, ребята, наверное, надо заканчивать. А то мы с вами уже здесь долго, да? Хотел там залететь быстренько, пообщаться. Давайте, ребята, короче, сегодня стопудово трек сегодня. И после еще в ближайшем, короче, времени тоже треки, то все. Все будет круто. Короче, не переживайте, у меня все под контролем. Это не последний раз, что мы видимся, короче.